Всем привет, вы на канале Twin Key Time. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Сейчас мы находимся в тюрьме Лунных Башен. Женщинка, которая начальница тюрьмы, уже все. Я у нее все забрала. Ну, я, наверное, уже все распределила у нее. Зачем у Лаэзель ножичек? Не знаю, продам его. Вроде бы все как должно быть. Так. Кстати, там видите, ой. Так, секунду. Короче, я вспомнила, что мне нужно сделать одну штуку, но я сделаю ее после того, как мы закончим в тюрьме. Давайте почитаем, что ли, журнал учета пленников Лунных Башен. Перечень всех пленных, прошедших через подземелья Лунных Башен, страница начинается с следующей записью. Фиона Перышко передана в ведение адепта Бальтазара Юсуф Фурахана, один мертвым в камере, останки отправлены на кухню. Аннушка Тарасова присягнула Абсолют, отправлена на процедуру подчинения. Примечание: опыта адепта Бальтазарова отныне имеют приоритет. Всех пленных отправлять к нему в лабораторию по его возвращении, включая следующих. Никельс, Пульбран, Нимбл. Мы их знаем, кстати. Так. На самом деле, тут можно и по скрытности освободить пленников. Дело в том, что я не хочу с этим париться. Поэтому я с этим не парюсь. Собственно. Ой. Ой, слушай, я забыла, что ты тут еще есть. Careful, I might. Time for this. Как-то так. Просто... Ой. Я не знаю, что здесь она делает, но она пришла. Зачем ты пришла сюда? Тебя кто-то звали? Ну, не звали и не надо еще, подождите. Пофиг тогда. 6 помеха, почему помеха? Плюс 3 к испытаниям, да ну, пофиг, кто у нас есть? Давай, ты тут одна, ты типа не играешь мне роли. Time to strike. Ага. Какой промах, Эст, ты чё? Астариан, блин, ты не можешь промахиваться по лежачей цели. Цели. Господи. Чели. Это не тяно. Time to strike. All right, Karlak, it's go time. Can't even catch my breath. Чего у вас тут все закрыто? Кубок. Колечечко золотое, да я продам. Ого, огромное какое-то кольцо. Извините, а что оно размером с мою голову? Так. Так.
Молот Вульбрана. Так, главное не забыть. Я пытаюсь держать на голове то, что мне нужно сделать. Я пока вкачивать не буду, хочу, чтобы Старян тоже... И можно пойти закупиться еще. Что тут, кто-то живые есть вообще? Враги, в смысле. Ну, я не вижу. С той стороны, может, и есть хз. Ну, anyway. Сейчас... At the back wall. Mm-hmm. We'll grab the tieflings along the way. We'll need them if it comes to a fight. Да. However, the clincher. У тебя самая ответственная задача, как выдвинемся, будешь отвлекать стражников. Если эти когда нас засекут сюда, весь клепанный гарнизон бешеных сбежится. Башен. Бешеных. Ничего страшного. Жди, я скоро вернусь. Подожди, сейчас давай посмотрим. Так, ну это не враги. Здесь есть враги, но они... В принципе, мы могли бы сейчас с ними разобраться совершенно осторожно, по-тихому. Так. Я вот... А, там дверей нет, окей. Да, старая. Ты сюда. Ты тут стой. Астариан нападет первым. Assaulting someone. You're headed. The dance macabre. В громах думай. Хорошо. Вот. А те, которые здесь... Да, они меня вообще не особо волнуют. Но их тоже можно убить, просто потому что почему нет. Чтобы, так сказать, не щелкали клювами. Вот сюда. Ты сюда. Нет, ты вот сюда вообще. Ты. Вырезать их по одному, это классно. Ты так. Ой, стой, блядь, да почему я же мискликнула? Я мискликнула, ничего не знаю. Thank you.
Чудесно. Все, можно пойти сказать им, чтобы они вылазили отсюда. Till we're served up to the necromancer on a platter. We'll get you to Baldur's Gate, sir. I swear it. Good work. We're gonna wait until we'll grab the you. Да, все, давай, пора. Once it's quiet. Until then. Двинемся, когда все стихнет, до тех пор ждем. Я еще сейчас пойду открою дверцы стоим. Все. Здесь спуск. Ага, да, я поняла, куда здесь спуск. Мы сюда позже сходим. Something good here, I hope. Или уже нет смысла идти брать для Астариана. Я думала Астариану просто взять оружие, которая дубина холмового великана, она выпадает, если ударить табурет холмового великана в подземье. Башня. Наверху. И оно мне нужно для силы, потому что оно бафает силу до 19 сразу. А ну покажи. Сила у тебя 13. А у меня сейчас лук с титановой тетивой, который наносит дополнительный урон, равный вашему модификатору силы. И типа... Ну да, надо взять. Ему, конечно, и так неплохо. В принципе. Я не знаю. Ладно. Ладно, пофиг, фиг с ним, хорошо. Пока что мой план спрятаться на воде, или у тебя есть идея получше? Так, я пойду с тобой, знаю одно место, называется Таверна Последний Свет, там ты будешь в безопасности. Правь на восток, ищи Таверну Последний Свет, я бы на твоем месте оставалась на воде, но это теперь решать, хватит болтать. Короче, правь на восток, ищи Таверну Последний Свет, там будут рады. Поехать с ними или нет? Вообще хотела зайти еще вниз. Мне ничего не мешает сделать это потом. Окей, я пойду с тобой. Safe. That's no small claim in these parts. Неплохая заявка для этих мест, тож. Lead the damn way. Веди. Я не успела заскринить. Ладно. Вы скользите во тьме, пока умение, время или удача не выносят вас к причалу последнего света. Hold there! You can't just land and start unloading strangers. There are procedures, damn it! No one gets in without being tested. Commander Jahira's orders. Тут я приказ. Джахира приказала всем орфистам не чинить мне препятствия. Я могу приходить и уходить, когда захочу. Командирка дала разрешение тебе, а не твоим друзьям. Заражен может быть кто угодно, поэтому мы проверяем всех новеньких. Никаких исключений. Вставайте в очередь. Посмотрим, опознает ли кто-то из вас любимую зверушку Абсолют. Абсолют,
Делай, как он говорит, поверь мне, так проще будет. If what you've said is true, no one has anything to fear. If not, well, we'll soon find out. Так ты давай не выкобеливайся, да? Ага. Now form a line. I'll not ask again. That's it. Стрисы встают в ряд. Ну нам пофиг, мы тут уже это. Давай посмотрим. Хочу посмотреть. Так, Лия. Сестра Ролана. И брат тоже. Значит, нормально, типа. Подошел, посмотрел, ушел. Хорош. Мне просто интересно, скажет ли он что-то, но пока он тут думает, я хотела бы посмотреть, что мне вкачивать нужно. Это какой у меня уровень? 9 сейчас будет. Так, он, походу, ничего говорить не собирается. Смотри, стоит в позе со своим молотом. Блин, мне теперь так обидно, что мы чуть-чуть кокнули эту Бартку из первого акта. Какой зовут, я забыла. Неважно. Мы бы сейчас с ней встретились в третьем акте тогда. Ладно. Сначала говори уже хоть что-то. О, боже. Все нормально. Бежали. Ладно, давай пока. Уровень. А, мне нужно мультикласс волшебница. Для того, чтобы изучать заклинания. Что я тут могу добавить? Ну... Так. Остарин. А кто он у нас? У нас он следопыт с луком. Это лут. Черта. Характеристика, ловкость. А почему так вышло, что ловкость 19? Умение. Окей. Вот так. Тут тоже бардку. Свободу движений. Ну, свобода, не свобода, ладно, пускай будет.
Пойдем, поговорим со всеми. Боже, девы. Мне бы еще купить... Карлуш, а ты наложи свободу движений все-таки. Да на Лезель просто нет свободы движения почему-то, ну ладно. Так, вот, сюда. Барт! Что-то все вокруг шумят, суетятся, не знаешь, в чем дело? Я... Ты разве не слышал? Я вызволила пленников злых башен. Я до сих пор не пойму, они просто друзья? Барк и Вульбрин. Вот он здесь, иди сюда. Эти тоже стоят, спорят. Вульбрин! Мне вроде говорили, что ты тут. За каким дьяволом тебя сюда занесло, Барк? I'm not stuck. I came to find you, of course. Why would you do a foolish thing? С чего тебе такая глупость в башку сбрела, Барк? Да ты двинулся. К сожалению, ты мой друг, и спасать тебя из смертельной опасности — мое право. Так ты ж меня ничего не спас, я сам спас себя. Ну, с большой подмогой. Это ты. Как я не догадался. В смысле, как не догадался? Только что подошла тебе сказать об этом. Тебе тут нечего делать, Барк. Как только станет безопасно, собирая манатки, вали во врата Балдура. Но Вульбрин — рунный порох. Надо обсудить, что ты собираешься. Утырок. Хочется, честно говоря, сказать утырок. Я сохранюсь, я не помню точно, что тут будет. Утырок. А ну, повтори. Ой, нет, опять эта штука. После... Давайте без этого, да? Вульбрин, я надеюсь, мы потом еще поговорим, когда ты охолонишься немного. Now I've business to attend to. Good day to you both. Well, ну, все. Отлично. Вульбрин, жив-здоров, благодаря тебе. И я перед тобой в долгу. Thanks to you. I owe you a great deal. The brilliant retort, for starters. Here you are. As promised. I give you the brilliant retort. Now, I believe our business is well and truly concluded. Я хотела сказать, что я не знаю почему, но после первого сохранения, когда я захожу в игру, первый раз сохраняюсь, и он начинает лагать. Потом я сохраняюсь, уже ничего не лагает. И типа, потом я выхожу из игры, захожу снова, например, сохраняюсь еще раз первый раз, и он лагает. Я не знаю почему и от чего это зависит, и так не должно быть, это странно. То ли это игра, то ли в чем проблема, хз. И еще я хотела сказать, что Карла Хайстариан одобрили варианты дырок. Ты ничего мне не должен, Барк, уж скорее Вульбрин передо мной в долгу. Ну, тебе и правда очень дорог, верно? Ну это ж привычка. Вторая натура. Что ты теперь собираешься делать? С этим придется подождать, там опасно. That's all right. I'm a patient fellow.
I'm sure you'll clear a path for everyone soon enough. Я не знаю, у них странные отношения, у Барка и Вульбрена, потому что Барка его постоянно спасает, и он довольно, не знаю, он как-то так к нему, что ли, рвется. А второй как мудак себя ведет. Барк несказанно обрадовался, узнав, что Вульбрен жив и здоров, отблагодарил вас. Блестящий аргумент, 12-21. Слышишь, ты дурачок. Прихвостни Кэтрика меня уже нашли, будь они неладны. Тебе придется с этим разобраться. Чел, в смысле тебе придется разобраться? Алло, где спасибо, мудила? Вот же срань. Лакриса. В башнях было паршиво. Совсем паршиво. Спасибо, что вытащила меня оттуда. Вот нормальная тифлингша сказала спасибо. Ролан. Did you enjoy relaxing here while I battled that wretched darkness? What were you thinking? I'm sorry. We got captured. Виновата, нас захватили в плен кровожадные безумцы. I thought you were dead. Я вас мертвыми считал обоих. Both of you. We're all safe, Roland. That's what matters. My God. Попадать в плен было глупо и безрассудно. Это, конечно, лучший ответ. Они будто бы очень сильно хотели. Ролан без вас весь извелся. I was just overwhelmed. Doesn't matter. I'm sorry. We should have been here. No, it's not your fault. I shouldn't have shouted. I'm sorry. Aww. Thank you for saving me and the Tyridians. Ничего не хочешь добавить, Ролан? I've lashed out at you. Я на тебя огрызался и по пьяни, и так, но ты все равно мне помогла. Ты это ничем не заслужила. Прошу прощения. И спасибо тебе. Ты нам очень помогла, конечно, ты должна что-то получить награду. $600 денег. Прикольно, спасибо. Я не знаю, но Ролан такой забавный, он мне очень нравится как персонаж. Don't be greedy. Я тебя уже поблагодарил. I've thanked you once already. Ага, все окей. Уймись. Так, пошли еще поговорим. Где тут они стоят? Вот здесь, кажется. I need a hug. О. No, you need a bath. Perhaps we should dunk you in the Chionza. О, они такие милые. Come here, darling. Улыбнуться, они выглядят такими счастливыми. Что ж, ну пускай она невольно улыбнулась. Мимолетно, еле-еле уголками губ. На секунду. I was so scared I'd lost you. Me too. But we're here now. Safe. Не советую расслабляться, тут скоро тоже может стать небезопасно. Maybe not. Да, наверное. Зато теперь мы вместе, и у нас есть наше здесь и сейчас. Благодаря тебе. О. Извиняюсь, а вы хотите? Thank you for bringing Danis back to me. I really don't know what I'd do without him. So... I owe you my life. Да, вы обязаны мне жизнью, а вы не хотите мне дать что-то? А где моя печенька? Или она уже дала мне печеньку? Не помню. Ну, ладно, пофиг. Я хочу вот сюда. Тали. Мне надо посмотреть, есть ли у нее этот... свитки. See if there's anything you need. We don't know when the next blow might land. Дай мне свиток. Ну, это не совсем то, что мне нужно вообще-то, но... морозный шар. Бонус холода. 1800, а ты чё, на приколе, блин? Чё так дорого? Если элементаля, давай.
Я не вижу мой любимый свиток. Кому-то. Ну и фиг с ним, значит. 4000, ты чё, ты головой думаешь, чё? Какие 4000? Я тебе максимум, что могу дать, это, ну, ровно ничего. Что значит 4000, боже мой. Ладно, давай я попродаю все, что мне нужно. Вот это нафиг, вот это нафиг. Это что, голос круга? Верни. Блин. Ревербация. Пуньк. Пуньк. Что-то еще может есть. Ладно. Стук. Брызги цветные не всрались. Мне видение невидимого пусть будет. Волшебное оружие нафиг. Сонья вампира нафиг. Корона безумия нафиг. Мерцание тоже нафиг. Привет, ладно, пускай лежит пока. Тьма. Ночное зрение. Увеличение. Оживление мертвецов. Слепота. Расплывчатость. Вот это вот. Плавное падение нафиг. Паралич гуманоида тоже нафиг. Наружение мыслей. Пусть будет. Защита от добра и зла нафиг. Тьма тоже нафиг. Стальной фанатизм нафиг. Итого 2600. 2600 это дофига, ты слышишь, чё? Не. Ну ладно. Ладно, ладно, окей. Окей. Ладно. Пошли еще сходим к лунным башням на разочек кое-что сделать. А потом уже можно идти освобождать жрицу. Ой, какую жрицу? Эту, господи. Короче, куда надо, туда надо. Я сейчас невольно спойлернула, да? Делаем вид, что мы этого не видели. Подожди, вот гномы вот эти вот, давай-ка поговорим. Какие гномы, стоп, это гоблины. Так. Heard a rumor some do-gooder stopped a horde of absolutists. Whoever it was, better pray the general doesn't smoke them out. А, еще к вот этой подойти надо. Let's get going. Ever at your service. У тебя? Цепь молний. А нет, давай мне все свитки цепа молний, слышишь, а чё? Дорого, конечно, капец, но ты зажралась немножко. Ну ладно, неважно. Не знаю даже, что тебе продать. Я не хочу, мне нужны деньги. Ладно. Ладно, все, давай, окей, хорошо, как скажешь. Теперь возьми вот так вот. Вот так вот. Выучить.
уровень слишком низкий. А, значит, раздели. Это будет здесь на потом. A new face come ever at your service. Зачем я? Блять, зачем я это сделала? Мне надо было сначала поторговать и накупить мне этих свитков вонючих. Ладно, ладно, пофиг, окей, хорошо, ладно. Ладно, я справлюсь и так. Короче, просто если вдруг кто-то не знает, то теперь вы знаете, вот этот свиток цепная молний, цепь молний, или свиток, или когда он уже у вас будет, или если вы его изучите, это один из самых имбовых в игре заклинаний. Особенно при правильном билде. Адепт Зарл. Я думаю, просто сейчас ее может убить. Чтобы она мне сильно внизу не мешала. Но она и так не будет мне сильно мешать, конечно. Но от этого только правда. Ну, остальным справиться с оком. А давай, знаешь как, ты сюда. Сюда. Вы обе к ней. Я сохранилась. Ну вот как-то так, да. Сохранись еще раз, вот всякий. Ой, прости, Зарл. Труп есть паразит, переполненный мощной магией. Да, я знаю. Его соберу. Нет вести от Бальтазара. Можно я у тебя тут это прочитаю, раз уж я здесь? Бальтазар не оставил ни записки, ни приказа, куда он делся, загадка. Нужно, чтобы кто-нибудь осмотрел его покои, но он наверняка там все заминировал к дьяволу. Может, хоб-гоблинов отправить. Это нам бублик в лагерь. Это нам продать. Свитки тоже нам надо. А стой секундочку. Вот это вот. Класс брони плюс 2. Это понятно. Кто тут кроме меня? Карлуша. Получаете плюс 3 к броскам инициативы и преимущества при проверках на внимание. Тут для владельца имеющего клеймо Абсолют весь урон от заклинания уменьшается на 1. У меня есть клеймо Абсолют? У меня нет клейма. Или есть? Или нет, я не помню. А где оно было бы написано? Тар. Не, у меня вроде нет клейма абсолютно. Ладно, пусть лежит, но вроде он мне не нужен. А, да. Качать что-нибудь кому-нибудь. Пу-пум. Спасибо.
пошли сходим в тюрьме в это место, которое я собиралась сходить, а потом мы, в принципе, можем идти куда нам надо. Still alive. So that's progress. Я хотела с вами сходить на противоположную сторону. Let's move. Офигенно, скажите. Красиво тут. Жалко, нельзя. А, нет, можно подожди. О! Опа! Вот так могу. Капец, смотри. О, щупальца. Оху-ху-ху, прикольно. Круто. Тут вроде ничего нет, чтобы взять. Если я не ошибаюсь. Сюда можно прыгнуть, но я не помню, нормально ли будет, если я прыгну. Вроде бы да. Вроде бы нормально, но есть варианты получше, чем просто прыгнуть. Если что, я не пытаюсь оттягивать. Я просто хочу пройтись с вами по всем местам. Что это? Ко мне. What to do? Вот, сюда. These things have stayed interesting. Омолаживающие миазмы. Некротический смрад в этой области позволяет варить оживление мертвецов без присутствия трупа. С глубину. Смотри, смотри, смотри. Касты ужас. Чего, прям ужасные, прям? Ой, да я же... Я же смотрела, что меня никто не видел. Че ты брешь? Хест. My turn. Covered. Hungry for the slaughter. Poor fucker. What's hiding here? Мирный житель у них тут, смотри. I don't need any attention right now. Просто ради интереса, а я могу с тобой поговорить, может быть?
Не могу. Ну и не надо. Так сказать. А мне так нравится атмосфера в этом месте. Ой. Да почему у всех провал? Копай. Мне все равно на провал. Я не понимаю. Масло порчи стоит, наверное, стали оно дать. Have a lot on my mind. And well, in it. What the hell is this place? Что это еще такое? Look, there's something. Похоже, на той стороне что-то есть. Только отсюда, туда никак не попадешь. На той стороне, я имею в виду... Летицкая яма. Прямо под башнями. Значит, колония где-то рядом. Должно быть, оттуда берутся личинки. Видите, как тут прикольно? Вот это месиво. Ой, та старина. Вот денежки — это легкая жизнь. Что надеть, что сказать жене или мужу? С кем дружить? Почему вы работаете на своей работе? Почему вас волнуют налоги? Что приготовить? Что читать? За что платить? Что продавать? Одним словом, все это дерьмо. Почему этому дерьму нет конца? Я открою вам секрет. Конец есть, братья и сестры. Есть. Совершенно точно есть. Раньше я был по уши в дерьме. Целый водопад дерьма. Парад экскрементов. Говняная буря бессмысленности. Все эти, знаете, мелкие сраные решения, которые мы должны принимать, которых на самом деле нет, они полностью лишены смысла. А в сообществе, где все разделяют один образ мысли и одну цель, как, скажем, в секте, грязное слово, оно мне не нравится, но решили за меня, братья и сестры. Каждый день новые захватывающие, никакие решения не плесневеют у тебя в черепушке. Говорят, что секты — это конформизм. А я говорю, что они его разрушают. Я говорю, что они ломают гнилую тощую шею конформизма. Я так поржалась вот этого. Целый водопад дерьма, парад экскрементов, говняная буря бессмысленности. Боже, это шедевр. Это шедевральное описание. Не знаю, мне нравится. Так, ну да, я люблю говняные шутки, а что? Она говорила про вот эту вот перепонку. Смотри, там еще кто-то плавает в ней. Прикольно, прикольно. Опа, смотри, случайно нашла, просветила. Так, тут, мне кажется, можно поговорить. Или нет? Ревнитель. Нет, нельзя. О, образец леди, да, это хорошо, это я люблю. Я уже и забыла, что здесь тоже можно образцы найти. Плохо видно. Это можно разбить. Мембрана. Красно. Во, с гоблинцем можно поговорить. Что с тобой произошло? Видел абсолют, вознесся. Ты не вознесся, ты просто умер. Это не вопрос. Труп не отвечает, честно говоря, это скорее комментарий, чем вопрос. Really. Да. Смешно. Что это за место? Да, рай. Ага. Кто ты? Как тебе сказать? Ты, ну, это... чуть-чуть помер. Не сильно. Так, я здесь все обыскала? Ну, вроде бы все. Можно идти. Я оставлю пока что личинку. Или пси-отдачу. Нет, пси-отдачу надо кому-то вкачивать. О, господи, где выход? Тут выход.
А мне надо взять эту Шедухар. Кажется, от этой вони невозможно отмыться. Подожди. Ого, сколько у меня с тобой дела. Секундочку, а кто-нибудь что-нибудь как-то прокомментирует, может, если мы там будем? Ну, все-таки. Че, нет? Никто ничего не скажет по поводу этого места? Ну ладно, не надо тогда. Что там за дело без тебя было? Что ты думаешь сделать насчет ритуала Касадора? Before anything else, I need to know where it's happening. To the public, Cazador is an ordinary noble, a little reclusive perhaps, but just another of the great and the good of Baldur's Gate. He has a grand palace on the hills of the gate, where he hosts the city's high society. I don't know if he performed the ritual there. It feels too public. It'd risk exposure. Ну, короче, мы поняли. Астариан говорит, что нам нужно сначала найти, где вообще этот обряд будет проводиться. Потому что Касадор в обычное время вельможа спокойно себе живет в вратах Балдура. Серьезно, так громадина в готическом стиле все это время была вампирским гнездом? I know. Subtle, isn't it? Тонко, правда? Надо поспрашивать в городе, можно, может быть, кто-нибудь поделится полезными слухами. So. Хорошо, потому что еще на одну сделку с Рафаэлом я не готов. Если граждане врат Болдера в полном неведении, мои братья и сестры могут что-то сделать. Cazador is a master of secrets, but the other spawn must have seen something. Другие тройки, наверное, могли что-то видеть. Is there something you want to talk about, my dear? Можем поговорить о нас? Can we? I suppose we can. Что мы для тебя такое? I don't know. But isn't it nice not to know? You're not a victim. Not a target. Not just one night, it's better to forget. But then, whatever in the world could you be? Гарри, ты не жертва, не цель, не приключение на одну ночь, но тогда чем мы можем быть? Ну, я не знаю. So beautiful. Ой, спасибо, спасибо. Can we? I suppose we can. Боже. Можно тебя поцеловать? Can't get enough. I'm not surprised. Тебе мало? Ничего удивительного. Ой, это такой милый поцелуйчик. Ого-го, долго вы. Ого. I do rather like that, you know. Блин, я бы хотела вам показать сцену с вознесенным Астарианом. Это просто, это максимально ход сцена и, ну, короче, она очень классная. Но я возносить его не буду, потому что вторая сцена не настолько ход, но не менее классная. Ее я тоже очень обожаю. Так, куда я хотела? За шар. Сохраненечко. Пошли возьмем эту самую. Господи, где она есть? Или где я есть? Где этот вызов шар? Вот сюда нам. У меня, конечно, есть вариант, что показать вам вознесенного и невознесенного Астариана, но сделать два сохранения и показать. Я не знаю. Напишите в комментариях, стоит ли мне сделать два сохранения, чисто чтобы показать вам катсцену. Ответь на вызов своей госпожи, владычицы Шар. Пройди ей испытание и стань темным юстициаром.
вспомнить, что ты до этого читала об испытаниях Шар. Поклонники Шар ценят такие черты, как скрытность, воинское мастерство, умение ориентироваться в любимой богине тьме. В испытаниях наверняка придется применить эти навыки. А завершается инициация кровавой жертвы, которой служит следователь Силуны. Окей. Смотреть. В алтаре устроена ниша, в которую, видимо, что-то вставлялось. В одну из ниш вставлен драгоценный камень. Угу. Ну, давай я вставлю тогда. История порыться в воспоминаниях. Ты знаешь что-нибудь о темных юстициарах? Да вообще-то знаю, но ладно. Не знаю. Значит, не знаю. Название вроде бы знакомое, но ничего не вспоминается. Ну, на самом деле это не так, но не важно. Давай, смотри мне алтарь. Предметик ставь сюда. Ок. Диск пришел в движение. Должно быть, он приведет к следующей части вызова Шар. Да, наверное, что-то типа того. Угу. Что у нас по времени? Мы как раз успеем, наверное, пройтись сюда. Ладно, так и быть, пошли возьмем. Ты где? Блудная дочерь. А вот ты стоишь. Я не узнала в маске. Спасибо большое. Пойдем со мной. Вместо... Давай, займи место Карлах пока. Чудно. На самом деле, мне все равно на нее. Ну, давай новый уровень. Тебя качаю просто, что был. Что тут у тебя есть? Да ну пофиг вообще. Все, пошли. А сколько две монетки стоят? Ну, не очень дорого. Но я возьму все равно, как бы. Дорого, недорого, отцы деньги. А это сколько стоит? 50. Ой, давай, тоже надо. Это тоже надо. To my goddess's power and dark beauty. Homie is not the first word that comes to mind. Поговорили? Старя, мне нравится здесь. Мне тут мило по-домашнему. Шедухарт, это место посвящено могуществу и темной красоте моей богини. По-домашнему. Надо же до такого додуматься. А мне понравилось, миленько сказал. Раз, два. А где три? А где третий? Секундочку. Раз, два. Я грибу. Это. А где третий? Дико извиняюсь. А если я отсюда стырю один? То я не могу стырить. А, он у Астариана. Ладно. Я уже успела обосраться вообще-то. Что я его потеряла где-то. А что ты там говорила, владычица Шар, как много трудов было положено, чтобы создать великолепный образ. Как красиво. А, она за вот эту большую короче.
Господи, мне вообще не нравится, как выглядит то, в чем она бегает. Будешь бегать так. Пока что. Ок-ок-ок. Так хорошо. Так, дар тайный, да? Доверить своей тайны ночи, не свергнуть милость матери ночи на ее врагов, закутаться в самую черную ночь. Да, вообще пофиг, все, пошли. Мы готовы? Мы готовы. Красивенько, давай сфотку. Это должна быть последняя ступень. Мне нужно помолиться. Только благодаря милости владычицы Шар мы смогли пройти так далеко. Окей. Шэдохарт. Ладно, оставите в покое, пусть молится. Ладно. Мне нужно лезть в пекло впереди. Мне нужно лезть в пекло впереди меня, я готова. Ну, ты быстро. Некоторые молитвы бывают услышаны очень быстро. Вперед. Вперед, вот так вот и все. Ну, пошли тогда. Твой отряд собран. Вы готовы, по крайней мере, ты на это надеешься. Так, вы точно хотите продолжить? В зависимости от принятых вами решений, состояние региона может измениться. Некоторые активные задания могут стать недоступными. У меня вроде все задания уже выполнены. Из тех, которые мне надо. Все, давай, я готова. Когда вокруг тебя начинают колыхаться тихие воды, ты чувствуешь нездешний ужас. Он поднимается выше, сжимается. Оба и все. Красиво. Боже, я не знаю, локации в Baldur's Gate. Владычица Шар. Я ощущаю ее присутствие повсюду. Это ее владение. Это царство теней. Хотела сказать, что Baldur's Gate 3 просто такие... Такие классные виды, карты просто топ. Прям мне очень нравится. Дизайн. Як. Идем. Говорит, я чувствую себя перышком. Сейчас как перышко полечу. Оп, полетел. Спустись к ней, смотри на нее. Я им темного истицара возьму. Продам. Что вы тут шепочете мне? Точнее, ей. Мне это пофиг. Да-да. Она все это время там ходит, что-то себе под нос шепчет.
Если бы я сейчас, не сейчас, а раньше, не убила Бальтазара, сейчас бы он был тут, мне бы пришлось драться с ним в любом случае, просто, возможно, это бы произошло бы сейчас, а не тогда, и тут было бы немножко сложнее. Все, давай. Все. Я скриню. Любимый момент, один из любимых. Обожаю. Я почувствовала твой приход. Первая посетительница за 100 лет. Ты, идущая снискать милости своей подлой богини. Ты пришла пронзить клинком мое сердце. Не клинком, копьем. Копьем моей владычицы. О-о. Владычица Шар предала ее жизнь в мои руки. Я сама с ней разберусь. Ты сама предашь себя. Стать темным мистицаром значит изгнать из своего сердца все, кроме утраты. Ни любви, ни радости, лишь рабское служение. Разумеется, до того неминуемого дня, когда она отбросит тебя за ненадобностью. И это далеко не все, что она от тебя скрывает. Ужасная цена крови, которая может пасть на тебе и после моей смерти. Ты чувствуешь, как вздрагивает Shadow Heart. Это что-то, что для нее важно. Но ваша связь сильна. Ты еще можешь убедить ее свернуть с пути долга на стезю света. Впрочем, и сама Петля Ночи видит, что ты не знаешь, как тебе поступить. И хотя в ее сердце бушует ярость, она отлично понимает, что решается ее судьба. Я сохранюсь. Я не знаю, насколько у меня продвинутые отношения с Shadow Heart. Если я выберу первое, она все-таки выберет хороший вариант или плохой. Поэтому я сохранилась, и сейчас я доверюсь Shadow Heart. А дальше посмотрим. Если что-то пойдет не так, то F8. Так. Что там у тебя? Копье, чтобы пронзить мое сердце. Копье набитанной силой твоей покровительницы. Копье, которым она послала тебя убить дочь богини. Знаешь ли ты, кто я, маленькая убийца? Ибо я знаю, кто ты. Девочка, заблудившаяся в ночном лесу. Девочка, испугавшаяся волков. Ты ждешь, что она одарит тебя великими дарами, не правда ли? Но знаешь ли ты, чего она тебя лишила? Что ты знаешь о собственном сердце, собственной жизни? Я ощущаю в тебе больше, чем ты сама о себе знаешь. Кем бы ты меня ни считала, все это будет уже неважно, когда я стану той, кем мне предназначено быть. Я промолчу, да? Я буду молчать. Shadow Heart. Не разочаровывай меня сейчас. Давай. Ой, ты моя что, зайка. Ой, ты ну, золотце. Вот с этого момента она становится топовой. До этого она была, конечно, топовой. Я сделала это. Леди Шар отвернется от меня. Что со мной будет? Ничто с тобой будет, а что ты сама теперь решишь делать? Твое прошлое не утрачено навечно, твое будущее еще не предопределено. Протяни мне длань дружбы. Я брошусь в битву, которая ожидает меня уже целый век. Вот вам и песня ночи. Реликвия так реликвия. Боже, она такая крутая, мне очень сильно нравится песня ночи. Какая музыка классная. Какая же она крутая. Не понимаю, я хочу быть с ней или хочу быть ей.
Классно, классно. I am resplendent. You have given me a great gift. Ты сделала мне чудесный подарок, маленькая воительница. Правда, любопытно, что ты отказываешься от своей темной владычицы? Быть может, ты уже чувствуешь, как в тебе пробуждается истина? Но это потом. Нам еще предстоит битва. Тебе удалось совершить невозможное, освободить меня после целого века страданий. Твоя сила велика, и оружие твое должно быть ей подстать. Выбери, чем бы тебе хотелось владеть, и лунная дева даст тебе желаемое. Так говорю я, и так будет. К чему? Убить Кетерика Торма. Я готова. Красиво как. Нам нужно идти. После того, что мы совершили, владычица Шар не потерпит нас здесь. Ладно, давай выбираться. Не знаю, найдется ли во всех мирах место, где я буду в безопасности. Владычица Шар наверняка в бешенстве. Но я ничего не слышу. Пожалуйста, давай уйдем отсюда. Что бы нас ни ожидало, я не хочу находиться в сердце царства теней, когда это что-то нас отыщет. Если ночь отправится в лунные башни, нам тоже стоит добраться туда, посмотреть, что она обрушит на голову Кетерика Торма. Не только она. Мы. Мы освободили песню ночи, получили копье. Да, давайте смотреть касану. Какая жена классная. Чехера. Могучая союзница. Хороший выбор, Шэдоухарт. Теперь она свободна, а Кетерик остался беззащитным. Нам остается только нанести удар. Так, что тут? Есть что-то? Табличка. Меч. Ну, тут вроде ничего особо нет важного, да? Я думаю, мы на этом можем закончить. Давайте прямо вот здесь закончим и уже в следующей серии пойдем на Кетерика. Пишите, как вам эта серия, как вам... наш выбор насчет песни ночи. Да, если что, если вдруг ее можно было и убить, да. Но я этого не делаю, потому что, во-первых, у меня доброе прохождение, во-вторых, она классная, я ее обожаю, и вообще, ты куда делась? А, господи, это тут. Короче, я обожаю это. Обожаю этот момент очень сильно. Спасибо вам, Кинчета, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.